На новогоднем утреннике в детском саду Джерельце елку поставили недалеко от камина, где, видимо, и живет символ 2020 года – крыса. А в ожидании Деда Мороза дети вместе с воспитателями танцевали, водили хороводы, в общем, развлекались. Крыса осталась недовольна. Видимо, дети мало радовались Новому году и ее символу. Я королева! А вы мене так не зустрічали! Доброго дня! Доброго! И только после того, как появился Дед Мороз, дети сразу же спели песенку и напомнили дедушке о том, что они, конечно, рады его видеть. Но где же подарки? Дед Мороз тоже обрадовался, что дети его помнят, и попросил его поразвлекать, пока подарки доставят. Вот с подарками оказалась проблема. Вместо них в мешке оказалась крыса. В конечном итоге дети сами нашли подарки. В финале и крыса нашла свой любимый подарок – батон колбасы и пожелала детям: «Ну хай цей рік буде таким добрим, як ця колбаса!» Что поделаешь, вот такая она, сложная натура.